Всем огромный привет, друзья! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой творческий канал. Наверняка многие из вас уже видели, как делать топиарии или уже делали топиарии. А в этом видео я хочу поделиться своим деревом, рассказать и показать, как и чем я его декорировала, как закрепить его в кашпо таким образом, чтобы никуда он не убежал, и какие материалы я буду использовать. Итак, приступаем! У меня будут шарики сизаля красивого зеленого оттенка, немного приглушенного. Шишки кипариса или туи. Я их собираю у нас на улице, предварительно их вымыла, высушила. Также у меня немножечко осталось желудей с прошлого года. В промежутке я буду заполнять вот такими сухоцветами, которые я покупаю в саше. Они бывают абсолютно разные, разных оттенков, с ароматизаторами и без. И этими же сухоцветами я буду прятать гипс, которым наполнила банку. И немножечко оставалось еще различных цветочков тканевых и из памирана. В общем, собрала все то, что у меня было дома. И как раз у меня все это пойдет на мое дерево счастья. За основу я взяла готовый пенопластовый шар диаметром 12 сантиметров. Стеблем у меня будет служить обычная палочка небольшого диаметра. И посажу я свое деревце в стеклянную банку. Как ее делала, есть видео на моем канале. Я немного добавила лепнины. Делаю отверстие этой же палкой в пенопласте, прокручиваю где-то на 2 сантиметра. Затем наношу большое количество клея и вклеиваю стебель. Жду, пока клей возьмется, и после этого по диаметру еще немного наношу клей для того, чтобы все хорошо и надежно держалось. Обязательно шар нужно обклеить. Я обклеиваю гофрированной бумагой. Можно также взять и мешковину, какую-то обычную ткань подходящего цвета. И это сделать нужно обязательно, потому что как бы близко друг к другу мы не приклеивали наши материалы, все равно будет какое-то расстояние, какое-то пространство. Ну а это нас немножечко спасет, и не так будет все видно. То есть пенопластовый шар не будет нигде проглядывать. Бумагу я наклеиваю так, чтобы не образовывались никакие складки. Ну а если образовались, я стараюсь все лишнее удалить. Все подготовила и теперь начинаю декорировать. Начинаю декорировать я с шариков сизаля и наношу клей, приклеиваю их абсолютно хаотично, но так, чтобы они были равномерно приклеены по всему диаметру шара. По такому же принципу я приклеиваю шишки, и у меня все размеры приблизительно одинаковые. Я старалась подбирать так, чтобы было все одинаково. Если будут что-то больше, что-то меньше, то это будет некрасиво смотреться в работе. И постепенно-постепенно заполняю. Теперь у меня идут желуди и цветочки, маленькие розочки из фоамирана и тканевые цветочки. Thank you.
И на этом этапе я поняла, что мне хочется добавить каких-то ярких, сочных оттенков, именно осенних. И я подумала, что нужно добавить еще чего-то красного, оранжевого, более насыщенного оттенка. И добавляю еще сахарные небольшие яблочки небольшого диаметра и фоамирановые розы оранжевого, белого и красных оттенков. И таким образом мне кажется, что мой топиарий будет смотреться более интересно и более красиво. И постепенно все заполнив, я теперь декорирую, заполняя пустые места сахарными ягодками. Они у меня тоже в таких осенних оттенках. И практически все готово. И крона моего дерева готова, а остается теперь только посадить его в какое-то красивое кашпо. Для этого я беру гипс или шпаклевку, разбавляю водой и размешиваю до консистенции густой сметаны. Заполняю свою баночку, заполняю где-то чуть больше половины и добавляю шарики пенопласта, кусочки пенопласта. Можно также добавить шарики из фольги для того, чтобы, не дай бог, банка не лопнула, особенно если она у вас будет пластмассовая. Вытираю салфеткой ненужное, чтобы у нас все было красиво и аккуратно. И теперь ровно посередине располагаю свой стебель дерева, ствол дерева, и жду, пока застынет моя шпаклевка. И теперь на этом моменте мне захотелось еще добавить искусственных пластмассовых веточек, так чтобы они слегка выглядывали по кроне дерева. И как раз закроют те промежутки, которые каким-то образом у меня остаются еще не закрытыми. И шпаклевка моя застыла. Я теперь буду ее декорировать теми же сухоцветами. Наношу клей «Момент» и заполняю своими сухоцветами. И на этом мое видео готово. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока, до новых встреч!